Вопрос-записка. На кого или на что должна быть направлена жертвенность в нашей жизни? На все. Жертва – это то, что удовлетворяет Бога, так описывается в Ведах. Жертва – это поступок, который удовлетворяет Бога. Если вы сострадательны ко всему живому, это называется жертва. Боже, начинайте жертвенную жизнь. Сострадаете, любите, служите – это уже жертва. На все вокруг. Наша задача – принести благо всему, что возможно на пути. Но прежде всего, какое наивысшее благо можно дать человеку? Например, нищему можно дать денег, но он все равно останется нищим. Дать образование лучше и работу, деятельность. Видите? Поэтому прежде всего распространяйте духовные знания. Получайте знания, распространяйте знания. Это самая лучшая жертва. Причем распространяйте их просто так. Не думайте о награде и выгоде. Не делайте на этом бизнес. Если люди благодарны вам и из благодарности, любви что-то дают, берите это для того, чтобы лучше служить. Но если кому-то нужна помощь, помогите. Но не давайте взаймы. Никогда никого не связывайте какими-то долгами и сами не будьте связаны.